Виктор Харитонов родился 25 апреля 1937 года в Ленинграде. Мать была врачом, отец – инженером, старший брат – будущий актер Леонид Харитонов, еще учась в 239-й школе, занимался в школьном театральном кружке, который вела актриса БДТМ. А. Призван Соколова. В 1961 году закончил Ленинградский театральный институт. Мастерская Елизаветы Ивановны Тими. Играл в ленинградских театрах. Театре имени Ленсовета. В Малом драматическом театре. Театре комедий. Театре драмы и комедии на Литейном. С конца 1960-х годов играл в жанре театра одного актера. В таких постановках, как «Сергей Есенин», «На смерть поэтов», «О Лермонтове и Петифи», «Интеллигенты из Одессы», «По прозе Исаака Бабеля», «Эдуарда Багрицкого» и «Саши Черного», «Кактус», о творчестве поэта Виктора Сосноры. В 1979 году основал театр «Эксперимент», который при поддержке Аркадия Райкина обрел статус государственного. В нем начал свою карьеру Вячеслав Полунин. Сюда перешли артисты театра «Миниатюр», которые не переехали с Аркадием Райкиным в Москву. В 1985-1994 году театр находился в Петербурге, на площади Льва Толстого в известном доме с башнями. В 1995 году был закрыт. Виктор Харитонов с женой актрисой Ларисой Пилипенко уехали в пригородный поселок Лебяжьи, где в 2002 году возродили театр «Эксперимент», но уже как детский театр. Играл в театре «Приют комедианта». Умер 8 ноября 2015 года после тяжелой болезни на 79-м году жизни.